Спасибо, что подвез. Сюй Жень. Не надо благодарить. Ты же знаешь. Фан Юаньхан. Если я забуду Линь Юаня, я тебе сразу скажу. Пока. Сюй Жень. Да? Я завтра приду к тебе. Мои друзья хотят купить твои работы. Спасибо. Этот ресторан очень популярен. Брат, скорее попробуй. Да, очень вкусно. Взгляни на картину. Сербский художник. Рос во время войны. Смотри, разве картина не гениальна? Да. Работа выставляется на аукционе в Гонконге. Если тебе нравится, я тут же попрошу остановить аукцион и пришлю ее тебе. Что скажешь? Неплохо. Да? Работа гениальная. Тебе подстать. Алло? Да. Что, сейчас? Да, хорошо. Цаубай, на этом пока все, у меня дела. Я пошел. Брат, эта картина идеально тебе. Нет. Заказывай. Ты заказывай. Слышала, ты учитель в вузе? Преподаватель. Старший? Купил машину? Не очень люблю водить. Мама сказала, ты преподаешь музыку? Да. Научишь меня? Ну, это... Надо рано начинать. Ты... Вот меню, выбирай, что хочешь. Тебе не нравятся девушки? Я люблю девушек. Но ты мне не очень нравишься. Ты больной? Это что, шутка? Я не это имел в виду. Эй, да девушка. Старший? Байдзянь, и правда ты? Я. Думал, у меня галлюцинация. Какая галлюцинация? Это... Свидание вслепую? Свидание. Твое свидание такое громкое? Но... Убирайся скорее, смотри, что натворил. Стал посмешищем. Линь Юань, помнишь, что надо делать в снегопад? Что же? Но есть горячий горшочек. Горячий горшочек? Ты только и знаешь, что есть. Снегопад? Надо наблюдать за звездами. Не забудь. Я не забуду твои слова. Кто же ты? Почему ты мне постоянно снишься? Я проверю площадку. Как проснешься, сходи позавтракай. Я скоро вернусь. Госпожа Ли, что скажете? Вас устраивает? Отлично. Кажется, вы уже были здесь раньше. Я включу свет. Ты молодец. Госпожа Ли? Госпожа Ли? Вы же были здесь раньше? Что? Нет.
Здравствуйте, уберитесь в 302-м. Да. Где ты? Я на месте. Привет. Здесь рыночек. Я зайду посмотреть. Алло? Хорошо. Сейчас буду. Сюжень, я пришел. Где ты? Вена очень далеко. Ты же там не забудешь обо мне? Никогда. Даже если забуду, все получится, как и раньше. Я влюблюсь в тебя. Вновь увидев. Линюань! Я его видела. Линюань! Я правда видела. Успокойся. Ты ошиблась. Я видела. Я правда видела. Стой! Кошмар? Парень, которого я видела. Это может быть Линюань? Думаешь, я спятила? Нет. Ты просто переутомилась. Возможно. Помнишь господина Морея? Он скоро прилетает в Китай на художественную конференцию. Вспоминал тебя. Спросил, рисуешь ли ты еще? Не ожидала, что Морей помнит меня. Я ему сказал, что ты еще рисуешь. Я организую тебе с ним... встречу. Пускай посмотрит картины. Правда? Ты выглядишь уставшей.
Позаботься о здоровье. Если что-то нужно, просто скажи. Добрый вечер, слушатели. Это Майдзи. Жители нашего города более хрупкие и сильные, чем они могут себе представить. Неважно, счастливы вы или вам тяжело, в конце концов, жизнь продолжается. Фан Юаньхан, ты мне очень помог. Не надо. Холодно. Снимешь и еще простудишься. Иди так. Спасибо. Тебе не надо меня благодарить. Уже поздно. Мне пора домой. Сюйжэнь. Что такое? Не зацикливайся на случившемся. Думаю, ты обозналась. Ведь ты уставшая. Возможно, я обозналась. Но я не перестану искать Линь Юаня. 3 года уже прошло. Если бы я мог найти... Спасибо. За то, что со мной. Но Линь Юаня я никогда не разлюблю. Я продолжу его искать. Я помогу. Сюйжэнь. Я говорил тебе, что люблю тебя. Уже поздно. Мне пора домой. Сюйжэнь, ты ела? Я не голодна, ешьте без меня. Эй, Сюйжэнь, как дела с галереей? Ну, все хорошо, не волнуйтесь. Сюйжэнь, ты помнишь, что несмотря ни на что, мама с папой всегда тебя поддержат? Если ты несчастна, обязательно скажи нам с отцом. Береги себя, не работай ночами. Хорошо. Я уже не ребенок. Я к себе. Линь Юань! Я правда видела! Успокойся! Ты ошиблась. Если я забуду Линь Юаня, я сразу скажу тебе. Не забыл, что надо вернуться. Где ты был весь день? Ты хоть понимаешь, насколько задержал проект? Сколько мы потеряли денег? Пап... Давай обсудим это завтра. Я пойду спать. Фан Юаньхан. Пап, если сейчас не пойду спать, то завтра опоздаю на работу. Делай то, что я говорю, уже не важно? Важно. Твои слова всегда очень важны. Кто поспорит? Чем ты сегодня занимался? Объяснись немедленно. Дела компании, я ничего в них не понимаю. Без меня все будет хорошо работать. Но ты мой сын, ты должен выполнять свою работу.
Это ты захотел передать мне компанию. Я же отказался от того, что всегда любил делать. Мне не нравится работать в компании. Не получается. Гойер, как ты могла согласиться на тур по Наньхай? Что я тебе говорил? Я говорил не возвращаться в страну. Нельзя. Дядя Линь. Это только между мной и Линь Юанем. Вам не обязательно все усложнять. Ты прекрасно поняла, что я имел в виду. Я боюсь. Линь Юань вернулся. На этом все. Не понимаю, как вернулась в страну пойма звонков от рекламщиков. Вэй Жань, ты выглядишь неважно. Ты еще не ел? Не хочу. Может, пить хочешь? Я налью воды. Нет. Кстати, я уже забронировала зал для выступления. Сходим туда на днях? Что с тобой? Что-то сегодня случилось? Ты помнишь девушку, о которой я упоминал? Та, которая мне часто снится. Не помню. Слушай, ты так и не сказал мне, что сегодня случилось? Мы правда здесь впервые? Почему все здесь кажется таким знакомым? И сны с ней снятся все чаще. Может, это из-за переутомления? Ты устал? Привет, Вэйхань. Сюда. Давай, не торопись. Осторожно, моя прелесть. Все хорошо, я в порядке. Заказала тебе молоко. Спасибо. Наслаждайся. Жду не дождусь, когда закончатся эти дни. Что опять? Ты беременна? Должна быть счастливой. Я в растерянности. Чем у Шао Юй целый день занят? Я с ума схожу, находясь дома одна. Он же занят, ему приходится много работать, чтобы обеспечить тебя и малыша. Знаю, что он много работает. Но я чувствую, что жизнь проходит мимо. Сюжань, ты знаешь, единственное, что меня объединяет с Лу Шао Юем, это компьютер. Не говори так. У вас будет малыш. Он результат вашей любви. Так что не думай о всякой глупости. Хорошо. А что ты? Как твои дела? У меня... Я еще жду. Еще есть галереи, которые пока так и не дали ответа. Может, все получится? Получится. Обязательно. Привет. Сюйжань, я специально пораньше ушел с работы. Как и обещал, сегодня плачу я. За прошлый раз мне очень жаль. Надо же, такой занятой не забыл про обещание. Милая, позже. Сходим поесть шашлык. Хорошо. Минутку. Алло? Да, он очень занят. Изменить? Кстати, ты вчера звонила, что хотела сказать? Вчера? Кажется, я видела Линь Юаня. Линь Юаня? Минутку. Сколько раз ты видела его в этом месяце? Даже я уже со счета сбилась. Видела картинку в сети «История про влюбленных». Я серьезно. Сейчас серьезно. Парочка очень милая. Надеюсь, у истории хороший конец. Похоже, они обсуждают картину о тебе или не Ане. Да разве? Была бы это моя картина. Я бы уже давно начала выставляться в галерее. Я отвечу. Алло, да. Это Сюйжань. Я директор галереи будущего. Мы виделись с вами. Да, я Сюйжань. Вы же мне отказали. Нужно было время. Ты молодая художница, мне тебя жаль. Я хочу тебе помочь. Выкуплю все твои картины. Правда? Спасибо, спасибо. Отлично. Да, сейчас приду.
Что такое? Сестра, мои картины выкупила галерея. Здорово. Я говорила, тебе повезет. Настойчивость вознаграждается. Тогда я пойду. Иди, иди, иди. Я пошла. Да-да. Попрощайся за меня с Лу Шаоюем. Хорошо. И еще с меня ужин. Хорошо. Договорились. Я пошла. Пока. А где Сюжень? Галерея хочет выкупить ее картины. Ушла. Правда? Правда. А что, завидуешь? Все в порядке. Мне нужно вернуться на работу. Начальник попросил доработать схему. Ясно. Хорошо. Конечно, иди. Проект развития региона практически доведен до конца. Нужно только расписаться, господин. Это история на крыше? Я видела. Такая трогательная история. Да, да. Что это? Ваш отец просил заехать в главный офис. Менеджер Ван связался с новым производителем. Они предлагают цены значительно ниже тех, что предлагаем мы. Хорошо. Днем этим займусь. Не забудьте заехать к своему отцу. Помню. Сюжень. Да? Вот, выпей воды. Спасибо. Вижу, ты человек прямой. Перейду к делу. Давай, подпишем контракт. Правда? Я торопилась и не взяла удостоверение. Ничего, я тебе доверяю. Подписывай. Сперва прочту. Ты видела тот популярный комикс в сети? Который? Про влюбленных на крыше. Видела, видела. У них очень трогательная история. Да, да. Привет, Фан Юанхан. Я в галерее будущего. Ты знал? Мои картины хотят купить. Ну что, какие-то проблемы? Нет. Просто... Начальник, я начинающий художник. Разве это не слишком много? Нет. Я ценю работу молодежи. Моя галерея не для заработка. Это моя страсть. Я хочу помогать молодым талантам, как ты. Это счастье для меня. Большое спасибо. Простите, нужно ответить. Алло? Где ты? В галерее? Немедленно покинь галерею, ничего не подписывай. Что? Не смей продавать. Почему? Зайди в интернет. Да. Этот зал устарел. Тебе не нравится? Тогда поищем другое. Нет. Что с тобой? Что? Ничего. Синтон. Да? Почему чувство, что я уже был здесь? Разве это возможно? Небольшой зал очень похож. Уверена, тебе показалось. Нет. Я приехал сюда и... Может, от того, что ты мало спишь? Может, стоит отдохнуть? Я все организую. Ладно, пошли. Как тебе этот зал? Решай, все хорошо. Ладно. Гойер. Знакомый? Вы, Жань, иди в отель, отдохни, ладно? Тебе нужна помощь? Нет. Точно не нужна? Все в порядке.
Гуэр, Линью Яньон. Эй, не пей больше. Тебе уже хватит. Я в норме. Слушай, за эти годы я никогда не расслаблялась. Даже выпить не могла. У тебя все было хорошо? А ты как думаешь? Думаю, ты не очень счастлива. Нет. Я очень счастлива. Я правда счастлива. Дзили. Да? Как ты справился? За все эти годы ты так и не изменился. Правда. А я изменилась. Не изменилась. Я изменилась. Ты сейчас с Линью Янем? Правда? Поздравляю. Прекрати. Дай. Дай! Линюань, он так и не принял меня. Даже потеряв память, даже когда его отец сказал ему, что я его девушка, но он так и не принял меня. Все эти годы он никогда не забывал Сюйжань. Но... он хотя бы может быть с тобой. Быть со мной? Но я уже не хочу и дальше продолжать так жить. Дзили. Каждый раз, как он вспоминает что-то о Сюйжань и думает, что воспоминания обо мне, я очень хочу все ему рассказать. Но иногда я смотрю на него... и не могу этого сделать. Понимаешь, как меня раздирают противоречия? Понимаю. Я не хочу ему больше врать. Так. Я вернулась сюда, чтобы все ему рассказать. И себе я лгать больше не хочу. Сможешь это сделать? Это невыносимо. Но что я сделаю? Могу ли я всю жизнь ему лгать? Когда закончим тур, я ему все расскажу. Обязательно. Неважно, оставит он меня или возненавидит, я смогу это вынести. Неважно. Какой ты сделаешь выбор? Я буду рядом. Алло? Лигуэр напилась. Она в холле отеля. Куда смотришь? Напугал меня.
Что ты тут делаешь? Здесь мои клиенты живут. А ты почему здесь? Свободен? Нет. Идем выпьем. Ты платишь? Я бегаю. Хочу пить. Не хочу воды. Хочу колу. У тебя аллергия на кофеин. Выпей воду.是搁浅，但别忘是深爱。现在。